В Щелийском районе Кызылординской области 50 социально уязвимых семей получили ключи от новых квартир. Жилье для этой категории граждан приобрели в рамках национального проекта «Сильные регионы. Драйвер развития страны». По данной программе в течение года планируется выкупить 1000 квартир. 600 из них для жителей областного центра, 400 для сельчан. На эти цели выделено больше миллиарда тенге. В прошлом году в рамках нацпроекта в регионе сдали в эксплуатацию 683 тысячи квадратных метров жилья. В этом почти на 20 тысяч больше. Для многодетных мам предусмотрено жилье в 55-60 квадратных метров. Для разных категорий граждан разная площадь. На сегодняшний день все квартиры приобретены. До конца года жилье будет передано в пользование.